Оформлять горловину мы будем самым простым способом, которым я вам предлагаю. На самом деле он очень простой, но выглядит эффектно, и вязать его несложно. Первым делом мы вяжем 3 ряда лицевыми петлями. Вяжем по кругу 3 ряда. Так, вот я довязываю 3 ряд лицевой. И в 4 ряду мы сделаем большую красоту. Вот они, 3 ряда нашей лицевой глади. Теперь что я делаю? Вот эту петлю, смотрите. Она у нас лицевая. Вот она. Вот ее узелки. 1, 2, 3. Вот мы подхватываем 3 узелочек с изнаночной стороны. И одеваем его на левую спицу. Теперь просто провязываем лицевой слева направо обе эти петли. И лицевую подхвачены. Снова вот 1, 2, 3. Ну, то есть первого ряда узелочек мы подхватываем и провязываем вместе лицевую. Таким вот образом вяжем один ряд. То есть здесь у нас будет образовываться вот такой вот кантик. Сейчас он, когда провяжется ряд, он будет более таким выраженным. Но если вы хотите еще более выраженный, то провяжите 4 ряда. Но я думаю, этого хватит, вот, чтобы как-то закончить эту резиночку, эту горловину. 3 ряда достаточно. Ну, так вот продолжаем по кругу весь ряд. Так, смотрите, вот провязала я по кругу, образовывается вот такой вот небольшой валик, который уплотнен, достаточно уплотнен, чтобы удержать эту горловину. Вот, ну и чтобы ее как бы отделить и закончить, да, скажем так. Еще можно связать, один ряд изнаночными петлями. Вот, ну, я оставлю так, мне нравится так в этом джемпере.